Добрий день, шановні друзі. Коли в першому класі вчителька запитала нас, школярів, хто ким хоче стати, хтось хлопчиків відповів лікарем, хтось космонавтом, хтось письменникам. А я сказав, що хочу стати олімпійським чемпіоном з важкої атлетики, тому що бачив Феодосії, де відпочивав з батьками тренування свого кумира. Мого сьогоднішнього співрозмовника сьогодні у нас в гостях дворазовий олімпійський чемпіон, видатний спортсмен сучасності, найсильніша людина світу 60-х років, українець Леонід Жаботинський. Леонид Иванович, добрый вечер. Я очень рад видеть вас сегодня в студии. Для меня и для телезрителей, которые сейчас смотрят эту беседу, вы легенда, вы человек, который олицетворяет большую страну Советский Союз. Вы самый сильный человек планеты в 60-х годах. И мне очень приятно видеть вас сегодня такого красивого, молодого, замечательного нашего земляка у нас в студии. Спасибо, что вы приехали. Спасибо большое. Добрый вечер. Добрый вечер. Леонид Иванович, я э, понимаю, что быть сильным человеком, наверное, нелегко, но все когда-то рано или поздно начинается. В детстве, когда вы вот были маленьким, когда вам было 7-8 лет, вы чувствовали в себе какие-то задатки, какую-то недюжинную силу? Ну, говорить о том, что я в то время, когда был мальчиком еще бегал, мы всегда с ребятишками бегали, вот, играли в футбол, в баскетбол, волейбол. Но ну, это всегда так было, мне кажется, в каждом дворе. И тем более я сам родом из Сумской области, вот, Краснопольского района, село Успенка. Вот там все начиналось. Я еще мальчиком был, когда в первый класс пошел. Вот. Ну, естественно, всем хотелось, когда особенно предметы шли. Вот, а потом, когда урок физкультуры, так эта радость была необыкновенная. Вот. Ну, годы шли, естественно, что где-то до третьего класса я учился именно в селе Успенка. А потом, когда родители переехали в город Харьков, и в том числе и нас забрали с братом, вот, у меня старший брат – Володя и мы там уже продолжали учиться в школе. Вот. Конечно, я не знаю, как сейчас сказать, то ли меня привела любовь отца к спорту, то ли мать, то ли тренер по физической по физкультуре в школе. Вот, в принципе, я вам должен сказать, что при любом положении как бы ты ни учился, как... я не говорю, что я отличником был в школе, нет, но к спорту у меня тяга была. Вот. Потому что когда отец с работы приходил и говорит: вот вы бы не болтались, там не бегали, а занимались бы спортом, ходили бы на стадион. Вот. И у меня это в голову запало. Вот. Я решил, все-таки, может быть, действительно, с ребят с одного дома, кто-то пойдет на стадион и будет заниматься спортом. Вот. А мне э, все-таки тянуло в спорт, заниматься легкой атлетикой. Вот. И я тяга была, вот диск метать, толкать ядро. Вот. И практически я и попал на стадион к тренеру, который именно обучал таких мальчишек, которые со школы бегом на стадион. Когда отец узнал, о том, что я тянусь в спорт, вот. А те говорят, следующие зарплаты я с Володей покупаю велосипед. Радости, в те конечно. Годы. В те годы. Что значит велосипед? Это все. Это все. Я буду первым кататься на велосипеде, потом Волка будет кататься. Вот. И практически мы чередовали. Вот. каждый из нас знал свое время. Я э, маме говорю: э, вот э, когда мое время подойдет, я ж поеду на велосипеде кататься. Вот определенное место отводили во дворе, чтобы на дорогу не выезжали, чтобы аварии не было, предупреждали. Вот, конечно, велосипед эта радость была необыкновенная. А вы худенькие были? Вот. Ну, я был худенький. Вот в моей книге, там, которую я вам подарю, вот по окончании нашей передачи, вот, там есть фотография, где я, ростом я был высокий, вот, но худенький, вот. Ну, время и годы шли, вот. Голодные, Потом, голодные годы вообще были. Не хватало. Послевоенные идей. годы, конечно, были голодные, вот. Но и где-то э, седьмой класс я закончил, пошел восьмой класс, вот восьмой класс закончил, и я пошел работать на Харьковский тракторный завод токарем. ХТЗ. На ХТЗ, да. Вот туда меня отец определил, и я там ходил э, помощником сначала э, э, токарным делу обучался, вот потом уже самостоятельно, вот э, мастер да, даст команду, а мастер у нас был э, Манченко Юрий. Юрий Манченко, он тренер был общественный тренер и на стадионе проводил занятия по боксу. А мне и на бокс хотелось ходить к нему, вот. Ну, хотелось ходить на стадион. И вот когда я уже работал на заводе, потом с завода приходишь, я же и в школу ходил еще. Вечернюю, да? вечернюю школу ходил. И так надо было распределить. Я уже потом тренеру сказал, я говорю, занятия у меня в школе, вот. то есть занятия в школе, значит, надо после работы идти в школу, а потом после школы идти на бокс. Нет, не на бокс. Я уже ходил на занятия по тяжелой атлетике к Михаилу Петровичу Светличному который проводил занятия со всей молодежью, который и работая на Харьковском тракторном заводе, и старшее поколение, ну, и молодые ребята ну, были. Но фигура у вас уже была такая спортивная? Мускулы были в то время? Ну, я бы не сказал, что мускулы у меня были. Сколько вам лет было? Это было где-то 16-17 лет. То есть вы не производили впечатление я, мощного? Нет, я в 14 лет уже начал ходить на стадион. После того, когда отец нам купил велосипед. Вот. И с того времени меня потянули. Я потом еще пригласил своего товарища, который друзья по, э, по школе были, и друзья по дому. Вот. И я говорю, Леня, давай будем ходить на тяжелую атлетику. Это же классный вид спорта. А перед этим э, у нас на Харьковском тракторном заводе, не на заводе, а на стадионе Харьковского тракторного завода, на ХТЗ на стадионе выступал в то время Григорий Новак. Это один ну, из первых чемпионов э, Советского Союза. Вот э, Марк Рудман, Федор Сыпа. Это были чемпионы Европы, а э, Григорий Новак уже был чемпионом мира. Один мне кажется, он первый чемпион, чемпион Советского Союза на чемпионате мира среди всех весовых категорий. И когда сказали, что будет показательное выступление этих спортсменов, то я, конечно, не знал, что бесплатно будет. Вот. Это сейчас бы, конечно, наверное, за деньги все это дело происходило. Но на то время показатели выступления были бесплатные. Популяризация. И нас, да, нас, Михаил Петрович, вы же обязательно придите, ребята, посмотрите, я вас познакомлю, сфотографируюсь с этим. А нам этого и надо было. Вот. Конечно, жажда была увидеть живого поздороваться с ним. А Григорий Новак, он вообще общительный дядька был такой, порядочный, толковый, культурный. Вот. И показатели выступления на меня произвели огромное огромные впечатление. С того времени я систематически начал ходить в секцию тяжелой атлетики. У вас была какая-то на... цель вообще? Вот вы ходили в секцию, вы хотели мускулы иметь рельефные, вы хотели нравиться девчонкам. Значит... Вы хотели стать чемпионом, может быть. Нет, я вам скажу такую вещь. Вот, значит, вот когда мы, у меня был друг Леня Келеса и друзей, но Боря Кривошеев, они постарше меня, они уже были второразрядники, перворазрядники, это уже для нас, казалось бы, это большие спортсмены, но, конечно, в секции это действительно большие спортсмены, вот. и мы равнялись на них, потому что они являлись лидерами нашего коллектива, вот. Но я задавал себе цель при любом положении, как бы это ни было, но я плюс к этому и легкой атлетикой еще занимался. Поразительно. Вот. Я легкой атлетикой, я впервые стал мастером спорта по легкой атлетике по толканию ядра. Я участвовал на спартакиаде на народов СССР. Тогда коллективы участвовали. Я впервые в Москву попал. То есть вы толкали Под, ядро. Толкал ядро. И что произошло? Вот когда я толкал ядро, вот, я толкнул где-то на 13 чем-то метров, а рекорд э, был Советского Союза. Э, я не помню, как этого фамилия была, который э, был чемпионом Советского Союза по толканию ядра. Лип. Вот, эстонец, тип, э, наверное. Эстонец, да, да. да. Его mm -hmm. рекорд мира был. Насколько он толкал И на 16 чем-то. Вот я сейчас не помню точно, какой результат, но рекорд Советского Союза принадлежал ему. Я когда толкал, вот, толкнул на 13 с чем-то метров, вот, а ядрышко покатилось и сбило колушек рекорда Советского Союза. И потом «Московская газета», вот, мы же выступали коллективу от рабочих, коллектива Украины, заводы, да? шахты, выступали тогда от Украины, да. И описали, что этому спортсмену, который сбил колышек, теперь судьба побить рекорд Советского Союза. Ну, не сбылась эта мечта, вот, но написали, что все-таки э, я, как бы ни было, я выполнил норму мастера спорта позже. Но какая цель, вот, когда вы занимались я все -все, штангой? Я сейчас расскажу. Вот. Но Тяга к тяжелой атлетике меня все время привлекала. У меня в голове Григорий Новак стоял среднего роста, крепыш, крепкий. Вот. Ну, до мозга костей он любил тяжелую атлетику. Фанат. Он сам киевляне, между прочим. Потом уже стал жить в Москве. Вот. И я брал пример этих спортсменов. Марк Рудман был очень сильный, Федор Асыпа. Это спортсмены, которые уже были чемпионами Европы. Вот, конечно, кому как не ни на них, нужно нам, молодым парням, равняться. Вот. И я, Михаил Петрович, я уже потом... Получилось, это если рассказывать но то получится очень много. Вот. Если мы располагаем время, я просто в красах... Скользко могу сказать, что после окончания 10 классов я поступил в Харьковский пединститут. Это уже было 18-19-18 лет. Вот. И я поступил, поступил в Харьковский пединститут, где там надо было и сочинения писать, и сдавать предметы, все, ну, как положено. Вот. Но я уже был перворазрядником по легкой атлетике, по толканию ядра, по толканию ядра, а в тяжелой атлетике я был еще слабенький, вот. Но поскольку я уже смог, так сказать, себя показать в спорте, вот, естественно, что считали э, социалистичная харьковщина написала, что я написал э, сочинение на пятерку. Я прихожу домой и маме говорю, я говорю, мам, ты знаешь, я на сочинение написал на пятерку. Ой, Господи, ты все время занимался на тройке, а теперь на пятерку стал получать. Вот. И я говорю, ну, так получилось. Я говорю, Читай газеты, хорошая, да? да? В газете написали все. И я таким образом поступил на первый курс в Харьковский пединститут. У нас был декан факультета Павел Максимович Первушин. Замечательный декан факультета, любитель спорта. Он очень, так сказать, уделял много внимания спорту. Вот. А председатель городского комитета по спорту был Акжитов Умар Алексеевич. Вот. Большой любитель спорта и много, между прочим, спортсменам помогал. В том числе, многим мне помогал. Не знаю, жив он или нет, но я хочу сказать, что такие люди, Дай Бог им здоровье, потому что они молодому поколению давали путь, открывали помогали, дорогу. открывали дорогу для того, чтобы они могли показать... Но цель была какая-то у вас или нет? Зачем это цель все? Цель у меня была выполнить норму мастера спорта. Понятно. У меня цель одна. И вот, значит, когда подошло время, время чемпионат Харьковской области, вот, и я уже был... Перворазрядник, уже результаты у меня уже и вес э, за 90 килограмм э, оказался. вот А соседка э, у мамы спрашивает: э, Ефросия Даниловна, скажите, что с вашим младшим сыном творится? Он что, приболел у вас? А что? То он такой толстый, стал говорит, непонятно, чем это вызвано. Да он, говорит, спортом же начал заниматься. Он говорит, наварю ему. Борща. Он и кушает вот, с хлебом и хорошо, но не болтается. А хоть. есть хотелось, да? А есть, конечно, хотелось. Придешь с тренировки и покушаешь. Кастрюлю нормально, да? да. Но э, мечта, конечно, у меня была в голове запала выполнить норму мастера спорта. Выполнили. А что дальше? Выполнил норму мастера спорта. Я после, перед этим с Михаилом Петровичем все лично договорился так. Я говорю, Михаил Петрович, если я выполню норму мастера спорта, вы мне свой значок, он мастер спорта сам, я говорю, свой нас, значок, пока там документы пройдут, все остальное, пока я получу значок, вы мне свой значок дадите, чтобы я домой приехал с значком мастера спорта. Конечно. Вот. И таким образом я выполнил норму мастера спорта, присутствии всего коллектива, всех ребят, он откручивает свой значок, прикручивает мне к пиджачку, вот, что я мастер спорта. Ну, потом уже э, оформили все это дело. Позже я потом ему значок возвратил и получил свой значок. Но, что интересно, когда мы ехали из локомотива с центра на ХТЗ, мы жили же на ХТЗ, и ехали трамваем. Вот. И мы... А уже прохладно было. Это осенью было. Прохладненько было. Мы э, плащи одевали. Вот. Ну, а мне же хочется, чтобы видишь Значок. все видели, ну, что конечно. я мастер спорта. Кому там нужен, Каждый по своему делу едет. Но мне хотелось все же таки, чтобы видели, что я мастер спорта. Итак, э, этот... Э, Левую, левую сторону открою, чтобы на лацкать было видно, что я мастер спорта. Ну, ребята, конечно, обращались, поздравляли, вот. Ну, естественно, что приятно было. Вот прихожу домой, вот, и говорю, что я отцу я говорю я выполнил на мастера спорта, вот. Вот значок. Да, вот, говорю, значок получил, говорю, серьезно, я, ну так. Значит же, это уже доказательство. Он говорит, Фроська, иди, бери пилитру, Вот, каже, прильем, чтобы не, вот. Да. Ну, естественно, что мать говорит, не надо, не надо, не, не, я должен 100 грамм выпить обязательно, чтобы он и дальше тренировался, чтобы стал чемпионом мира. Вот. Ну, я сам так подумал. Сказал. Да, он так мне сказал. Но я сам себе подумал, результаты у меня действительно пошли неплохие, хорошие. Я выступал и по толканию ядра и больше начал уделять внимание именно тяжелой атлетике. Когда проходит лето, время отпуска или же уже хочется поехать в село, Немножко с ребятами пообщаться, все-таки уже крепкий, уже за 90 килограмм. Я и раньше приезжал к дедушке. Вот. Но дело в том, что я тогда был мальчик. Но тут уже вот. чувствовалось, вот. А что. Уже, да, здесь я все... под, ну, уже 100 килограмм было. Уже мужик был. Ну, не сало, а мускулы. Не, мускулы, конечно, конечно. Вот. И я приезжал, И иногда была интересная история. Когда я приехал один раз в село, вот, и как обычно, с пастбища гонят коров на дойку молока. Вот. А там был бычок такой дрочливый, который не давал покоя ни пастухам, ни селянам. Вот. Как только гонят стадо коров, этого бычка боятся все. Вот. А я тоже самое я вышел со двора и смотрю: говорю, ну что ж такое убегает женщины? И ребята, и мужики убегают. Вот. Говорит, до этого быка боятся все. Он говорит: такой говорит, как подцепит, и все, и, и каюк будет. Да, я так сам себе подумал. А ну иди сюда. Да я думаю, я выйду чуть-чуть вперед, и он, а он идет прямо на меня. Вот. Но я знаю, что для того, чтобы быка сломать. Нужно его немножко за рога поймать и дернуть, потом он на колено падает и все, уже он боится. Вот я я тоже с перепугу поймал его за рога и дернул, и он как заревет, поднимается и бегом от меня. Ну я конечно. Рога так, не обломали так, ему нет? Да. Я так отряхнулся, мол, с кем дело имеешь? Да. Вот. Ну таким образом вся эта эпопея разговор пошел по всем селу и в районе пошел вот, о том, что внук Жабатинской э, поборол быка, теперь говорит, э, бык тот никого не трогает. Такая история была. Но по приезду уже домой, вот, как раз проходит учебно-тренировочный сбор, как обычно уже разрешение из э, завода дается э, разрешение освобождения от работы. Я же работал. Вот. А, а, освобождение от работы. Вот. И, и 10 дней ты не работаешь. Вот а только ходишь на тренировку и зарплата и идет зарплата идет да. да это для нас это было прекрасно и потом в дальнейшем естественно когда я уже влился в сборную команду э, Украины э, тогда уже и на месяц освобождали и больше освобождали но я уже был студентом вот ну студенту естественно что э, Павел Максимович, приходим приходим всегда, говорит, если разрешение э, от, от горкома будет о том, что вы освобождаетесь от занятий и едете на учебный тренировочный сбор, тогда мы освобождаем вас от занятий. Но это хорошо, когда ты уходишь на учебно-тренировочный сбор и все, а занятия ты-ты пропускаешь, ну естественно, что они дают занятия, там все. Ну, какие занятия, когда ты там между ребятами, кто там занимается, шахматы, шашки, там, карты, вот, все это дело идет, бильярд, вот, это идет игра. И до занятий, до учебы никаких. Когда вы поняли, Значит, что можете стать чемпионом мира? Я сейчас все скажу. Я, может, я растягиваю, я могу сократить это дело. Значит, один, одна интересная история. Когда у нас на факультете... Была музритмика Тайпала, как сейчас помню. Преподаватель Тайпала. И она мне сказала так. Студент Животинский, запомните, вам никто не поможет, пока вы не будете приходить. Вот у вас сколько часов записано, вы пропустили. Вот вы должны на верстат. Это, Ритмику. Вы должны прийти, музритмику сдать. Да, ну, я, конечно, я, я постараюсь сдать. Вот сдавайте. Неделя прошла, вы не появились. А вы пошли к Умару Алексеевичу, горисполкому, председателю по спорту. Угу. Председатель спорткомитета. Горспорткомитета. Э, а Умар Алексеевич, он действительно, Акжитов болел за спортсменом, Да помогу, я, ребята, помогу, все. Вот. И я вам скажу, Акжитов вам не поможет, пока я буду приходить на занятия и с вами танцевать. Вы ей понравились, я, наверное. Я хорошо, я хорошо. Вот. А что, хвост остается, как и любой предмет? Но она молодая по была. По анатомии, там, по физиологии. Мы молодая за... была? Ну, уже она была в возрасте лет под 50. Но была. все равно понравились. Вот. Да, но мы, пацаны, ну что такое, 20-22 года, вот, все думали, да, пройдет все. Ну, никуда не денешься. У Марсевича, ну сходи, походи на занятия. Ты сейчас же на сборах не находишься. Походи на занятия. Я говорю, хорошо. Вот я прихожу, и она приходит. Вот будете со мной танцевать. танцевать шаги. Раз, два, три, раз, два, три. Она мне все рассказывает, все, я понял. Вот я с ней танцую. Вот. Несколько раз потанцевал. Вот. Потом мне так в голове запало. Думаю, наступите и на ногу. Думаю, не выдержит. Неприятности будут. Думаю, нет. Буду все-таки подчиняться и буду стараться делать те упражнения, которые она сказала. Я ходил честно, приходил добросовестно, на Тейвере 2, на втором этаже занимался, все. Вот теперь я вижу, что ваше желание к танцам появилось. Вот. Вот теперь я могу поставить зачет, но экзамен еще вы не сдали. Вам еще надо э, там сколько-то часов еще пройти. Я прошел эти часы. Вот. Она э, поставила мне э, экзамен. Все нормально. Думаю, слава Богу. Вот. Но... Если можно перескочить, я вам скажу, когда уже мы закончили институт, и в парке, Горко, в, парке, в парке Горького был банкет. Вот. И она был танец. И мне подсказали преподаватели... Пригласи ее. Ты пригласи Тайпула, она же тебя мучила, говорит. Вот, пригласи. Вот. Ну, я таким образом все-таки пошел как джентльмен, уже выпускники, все-таки уже получили дипломы, банкет, я ее приглашаю на танец. Вот. Насколько она была радостна, что ей самой было приятно. Вот, Леонид, видишь, все-таки недаром прошли наши с тобой занятия. я говорю, конечно, мне очень приятно, что я именно вы были преподавателем, что я научился танцевать. Это было такое. Но, возвращаясь к той теме, что касается мечта моя в большой спорт прийти. но естественно, что были неудачи, были спады, были подъемы. Вот. Не так гладко все бывает большом, для того, чтобы достичь какой-то вершины. Вот. Я, значит, где-то не выступал на каких-то соревнованиях. Одним словом, получилось так, что меня дисквалифицировали на какое-то определенное время. Вот. Помог мне в то время, был президентом Федерации тяжелой атлетики, знаменитый летчик Громов Михаил Михайлович. А Громов Михаил Михайлович в молодые годы был чемпионом Советского Союза в 1923 году. Вот. Он сам штангист, между прочим, э, неплохой штангист, чемпион Советского Союза был. Вот. И он говорит, Леонид, я понимаю, что на Украине тебе там что-то чувствуют неполадки, но я думаю, что Якова Григорьевича Куценко, я встречу с ним, переговорю, я думаю, что тебя допустят до соревнований, и ты будешь выступать. Но ты больше не шали. Я говорю, Михаил Михайлович, я говорю, в принципе, себя хорошо веду. Вот. Ну, на этом за разговор закончили. На следующий раз я выступаю на соревнованиях, показываю неплохой результат, выше нормы мастера спорта. Это молодежное было первенство. Я занимаю там второе место, первое место, я не помню, кто занимал тогда, или Власов, или кто-то другой, но одним словом, я был вторым. Вот. И после этого меня поставили на стипендию, как, как человека, который в будущем может показывать хорошие результаты. Вот. Ну, так время шло. Вот и я практически добился неплохих результатов. Вот на Спартакиаде участвовал э, СССР, спартакиада Украины. Я уже был первым везде. Вот в коллектив у нас очень прекрасен. Вот нам проблем никаких не было. Но мечта добиться еще больше результата. Я не знаю, чем это вызвано, но хотелось больше но Но вы видели себя чемпионом Почему? мира, Почему? Я вам скажу. Я вам скажу. Я в то время, вы знаете, появился на арене Пауль Андерсен, который показал 500 килограмм. В сумме? Так, да, в сумме троеборье. Я так сам себя подумал, думаю, не успел я 475 сделать, вот, смотрю уже 500 килограмм. За 500 сделали, значит, надо делать еще больше на русскую. Методику надо менять. Вот. И через какое-то определенное время чемпионат Советского Союза проходил, проходил в Грузии, где я впервые показал 500 килограмм. Занял, э, не помню, власов выступал или нет. Вот. А Медведев выступал. Я потом в сборной команде Советского Союза с Медведевым тренировался. Вот. А на Украине я тренировался с Ефимом Самойловичем Айзенштадт, который здесь в Киеве живет. И по сегодняшний день. Я подумал, все-таки 500 килограмм это заветная мечта спортсмена показать результат. А Власов уже на Олимпийских играх в Риме показал за 500 килограмм. Уже попил рекорды Пауля Андерсона. Пауля Андерсон уже ушел в профессионалы. Вот. Но я здесь понял, что нужно вести борьбу при любом положении. А приближается 64-й год. Я думаю, как же попасть на Олимпийские игры, только показав хороший результат. Или побить мировые рекорды. Одно из двух. Но побить рекорды уже надо теперь не Пауля Андерса, а Юрия Власова. Вот. И... Ну, здесь вот я хотел бы вас все-таки прервать. Я знаю, что на чемпионате Советского Союза, где выступал ВЛАСов перед шестьдесят годом, вы в знак уважения подняли его на руки и вынесли с помоста. И он Это... якобы. Это было в Днепропетровске. И он совершенно якобы, верно. И он якобы вам сказал, что придет время, и ты меня из большого спорта вынесешь. Совершенно верно. Да, действительно, когда он показал, я прошу извинения, да. когда он показал мировой рекорд, я выскочил. Ну, радость в знак была. Знак уважения, вот. восхищения. В знак уважения к большому спорту и к спортсмену. Я ее поднял на руки и сказал: Юрий, молодец. Поздравляю о том, что ты установил мировой рекорд. А он говорит: ну время придет, ты, наверное, меня так спорта вынесешь. Юрий Власов, вот. выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион, писатель, сын известного разведчика Владимирова, который был доверенным лицом Сталина у Маудзадуна, человек нелегкой судьбы, стал потом политиком. В 1989 году я делал с ним большое интервью, и когда мы коснулись 64 -го года Олимпиады в Токио он вдруг стал нервничать и сказал буквально следующее. Жаботинский перехитрил меня. Я даже помню, он сказал, обманул меня, усыпил мою бдительность. И выиграл Олимпийские игры, хотя Олимпийским чемпионом должен был быть я. Что произошло в 1964 году? Обманули ли вы Власова или нет? В спорте обмана не бывает. В спорте бывает победитель и побежденный. Вот. Вот я дарю эту книгу. Здесь вырезка есть, где он написал о том, как он проиграл. Здесь есть его статья, огромная статья. Что это я... было, Леонид Иванович? Значит, я вам скажу, что задача моя стояла при любом положении попасть на Олимпийские игры. Я вначале не был в составе команды. Один, был... Одного зап... человека выставляли да, тогда властение. Один власов, а я был в запасе. Но на сборах я находился. А со стороны, со стороны американцев Шиманский а один? А со стороны нет. А со стороны американцы выставляют двух тяжеловесов. Ага. При борьбе Шиманский и Губнер. Вот. После этого наш наши тренерский двух. коллектив пообщался. И Воробьев Аркадий Кичи вынес свое решение. Поэтому и мы должны выставлять двух тяжеловесов. То есть, чтобы борьба была... Если бы не голода. это, вы бы, вы бы не поехали на Олимпиаду, правда? Если бы, Если не, бы не было двух американцев, да. возможно, я бы не поехал на Олимпийские игры. Вот. И уже последний учебно-тренировочный сбор во Владивостоке, когда тренерский совет заседал, и потом мне выходят и говорят, Леонид, ты едешь на Олимпийские игры. Я еще больше ответственность почувствовал. Потому что Отстаять честь великого государства на Большом помосте, особенно на Олимпийских играх, во-первых, это огромное доверие мне как спортсмену. И огромная ответственность и шанс. мне как спортсмену. И шанс. Да. Американцы отстали. И Шиманский, и второй участник. В центре, Борьба, конечно, в центре была... была ваша дуэль с Власовым. Да. Что произошло на помосте? Я вам скажу. После первого упражнения я от Власова отставал от Шиманского тоже немножко в жиме одинаково были. В рывке я оторвался. А у Ласова не попытки были неудачные в рывке двумя руками. Но я в рывке вообще люблю это упражнение, любил. И по сегодняшний день я был много раз рекордсменом мира. Вот. И Власов первый подход перебросил через себя штангу. Второй подход не дотянул через остается а один третий? подход или, да или, или нет. да или нет я подхожу я говорю, Юрий, немножко протяни чуть-чуть повыше выверни его держи его держи один подход остается вот да да ну это такое состояние э, накала Когда такое не слышишь э, ничего не слышишь ничего но э, ощущаешь что что нужно сделать ты мысленно координируешь свое упражнение в себя в мозгу вот. И таким образом он вырвал Третий подход Взял, вот. Взял этот результат Поднял 162 килограмма Думает, слава богу, хоть ноля Это позор для всей команды вот. Но ну, тем более тяжеловес Тем более герои Римской Олимпиады И вообще Получает да, нулевую оценку Неприятно вот. И концовка Толчок двумя руками, вот. Конечно, первые подходы нам назначают тренеры для того, чтобы не получить нулевую оценку. Вот. Но мы уже знали, что ни Шиманский, ни Губнер нас не достанут. Отстали. После первых подходов мы фиксируем. Вот второй подход Власов заказывает еще больше на 10 килограмм, 210 вот, толкает великолепно, вот, я толкаю э, тоже 205 килограмм, и таким образом, получается, мне нужно или же догонять его, или смириться о том, что я буду на втором месте, я никак не мог смириться с этим, потому что я думаю, не, я должен любой ценой, потому что на тренировках я поднимал побольше, вот. Но это когда я с тренером один на один тренировался. Вот. Но контрольные весы проходил, все было нормально. Я так подумал, если я сейчас второй подход толкну на 10, 10 килограмм, вот, то я по собственному весу проигрываю. Потому что на 2,5 килограмма он будет больше. Вы тяжелее. Да, нет? я тяжелее по собственному весу. У него было где-то 142, у меня было где-то под, под 160 было. Поэтому я Медведеву говорю, Сидорович, я пропускаю этот вес. Схитрили? Нет, я имею полное право да. пропускать. Но это вот. тактическая ухо, Это да. тактическая борьба уже идет. Так. Вот. Он призаявляет на 212, нет, 215, пропускает. И я пропускаю. Если бы он толкал 215 килограмм, то мне нужно было бы толкать 222 килограмма. огромный вес. Потому что 215, 220 я толкаю, мне ничего не дает. Я на втором месте так и так уже. Вот. Мне нужно первое место. Вот. И я, когда он заказал... А, я заказал 217. Ну, там же и тренеры между собой Понимает, к чему идет речь. Речь идет о золотой медали. Власов понял, что вы хотите да, его опередить? Он понял, что я хочу у него выиграть. Значит, при разговоре это как когда я уже вот много лет там прошло, вот где-то лет пять или года два или три, там не помню. Я Бадасаров Петрович. Это тренер Власов. Да, тренер Бадасаров Петрович. Я говорю, ну как ты мог подумать? Что я могу проиграть. Я так с Он Говорит, Леонид, ну ты понимаешь, Юрий так хорошо готов был, все. Я говорю, так, ты пойми такую вещь: каждый спортсмен, который выезжает на Олимпийские игры, он всегда хорошо подготовлен. Но я тоже был подготовлен неплохо. Леонид Иванович, ну извините, подход. советский да. спорт все равно собирается накануне, коммунисты собираются и говорят так. На тебя делаем главную ставку, ты Власов, ты же ботинский идешь на второе место. Так было или нет? Или так. сказали, кто выиграет, тот выиграет? Нет, так было, о том, что предпочтение отдавали Власову. Так, то вот. есть вы нарушили какие-то А я нарушил все подходы, те, которые были запланированы, в так. том числе то, что думал Бадасаров. Так. Вот. Я Сидоровичу, у меня был друг Каплунов, Володя, по команде. Я говорю, Володя, передай Сидоровичу, что я пропискаю этот вес. И иду на новый мировой рекорд. 217,5 килограмм. Бадасару не понял, в чем же дело. Но по подходам у меня два остается подхода. А у вас два, а? один. По подходам я должен идти первым. А вы отказываетесь? Нет, я не отказываюсь. Я выхожу. Так. Вот. Но состояние у меня такое было, что я поднял штангу выше колен, а раз выше колен протянул штангу, уже подход засчитывается. Так. Я вынужден, остановка же вынужден был бросить, но понял, что я смогу этот вес покорить, поднять. Вот. А за мной же готовится Власов. Он видит, что вы не Он видит, что и Багдасару, как у Бадасару сказал уже потом, да, он не поднимет. И психологически на Юрия, мне кажется, это подействовал. Почитаешь. Да, Там все да. оно описывает. Прошло это время, а тут дают кислородную подушку. 7 или 8 часов уже соревнования длится, устаешь, организм усталый. Но нужно поднимать максимальные веса. Вот. Я в той комнате, дали мне кислородную подушку, я подышал немножко. С Власовым не общаетесь? Нет, это нет время. он на одном помосе э, разминается, я на другом. Понятно. Вот. Значит, проходит время, его вызывают на помос. А дается же три минуты всего лишь. После трех минут его вызывает на помос. Он берет, как уже потом по киножурналу, если вы будете э, смотреть хронику, вы посмотрите... В кадрах это есть. Вот, киножурнала есть, который много везде описывается об этом. На грудь взял великолепно. Начал толкать, он толкнул ее вперед. Он пытался, пытался за ней пойти, а она уже вниз. Все-таки вес огромный, новый мировой рекорд. Вот. И таким образом Штанга упала. Таким Его образом, он первый, если только вы сейчас не возьмете вес. Но он первый, если я не возьму этот так. вес. Вы выходите. Я вынужден по подход. Я... Алексей Сидорович говорит, дай мне на шатыре немножко, я немножко вдохнусь, взбодриться немножко, почувствовать себя. Вот, пойдем, конечно, только подъем. Но в мыслях у меня координация упражнения одна, на грудь. Потому что я с груди никогда за свою жизнь никогда не, не был, никогда не было, чтобы я мог не толкнуть с груди штангу. Не было такого у меня. Вот, я взял штангу на грудь, зацепил, поднялся, вот, и начал толкать. Толкаю, а старшим на помосте был лорд Стейт, англичанин. Он вообще Советского Союза как-то относился плохо, вот. И я так подумал: он дает команду дам опустить, а я думаю, я подержу еще, подержу, На всякий но жду команды второй раз, когда он поднимается с кресла и дает команду опустить. Уж здесь я же почувствовал, что я наконец-то выдержал два, две команды опустить, вот, штангу бросил и зал взревел, это что-то было страшное. Что Власов? Власов, мы же должны выйти на сцену. Вы первый, он второй. Я первый, он второй. Ленит, поздравляю. Шиманский поздравляет. вот Все поздравляют! Поздравление, но ну, народа было. Кто не видел тяжелоатлетики в Японии, тот -то не, не видел, видел олимпиаду. олимпиаду. Ну, конечно. Олимпиада. Центральное вот. вообще событие. Ну, я вам скажу, вы можете записать, можете нет, а. В газете были напубликованы первые страницы. Пал глава государства, пал самый сильный человек планеты. Хрущев же ушел, да. и Брежнев пришел. Да. Шабатинский. Очень и интересно. Убил. Да, это было у газете. Я попытался э, взять газету, потом подумал, неприятности будут. Думаю, лучше не. Будут. Японцы написали это. Да, конечно. Власов, Японская газета. Власов э, Но... внешне показывал то, что это крах или нет? Ну я не могу за него ответить, это крах или нет. О том, что он проиграл Олимпиаду, это уже много газет Но всю писали. жизнь, всю жизнь он не мог вам этого простить и не просил, наверное. Нет, он до после этого выступал. Так. Он пытался. Я бы Адасару сказал, Петросович, запомни раз и всегда, что у меня украинский, как они называли украинский колос, у меня никто больше не выиграть. Тем более ты с Ласовым. Я Петросович И не выиграл. И ни разу не выиграл. Но ну, я пошел уже выступать и дальше вторую Олимпиаду выиграл. Он до сих пор не может вам простить того поражения Власов? Я не знаю. Вы не общаетесь? Я не общаюсь с ним. Вот. После этого мы общались, так сказать, потому что мы одноклубники, в ЦСК были вместе, вот. общались. Ну и один раз я, когда уже был тренером, вот э, сборной команды ЦСКА. Вот, э, был уже... А, нет, не тренером. А потом я уже перешел на работу. Я уже был подполковником. А, скажем уж, офицер хочет стать полковником. Ну, вы уже а генералом стали. Да, это, это сейчас. А на то время как раз освобождалась должность э, старший офицер э, отдела по единоборствам. Вот, полковничья должность. Ну, вот, и меня пригласили в спорткомитет Министерство обороны СССР. И вот там я получил полковника. Вот. Таким образом, я один раз как-то шел с э, споркомитета, озицск возле ЦСК, там Министерство обороны, вот, споркомитета, а он прогуливался и увидел меня. Я в попах, и зимой это было, вот, в Шанели. Вот. О, Леонид, я тебя поздравляю, звание полковника, все. Ну, И так нормально. Там, абсолютно. Нормальная обстановка. Поговорили, побеседовали. А мы, я шел, к Каплунов, еще кто-то с работников спорткомитета Министерства обороны. Вот, поговорили, так побеседовали. Ну, говорит, я пошел, говорю, мне надо прогуливаться. Все. Таким образом, больше я с ним ни разу не встречался. Дорогие друзі, сьогодні у нас в гостях был дворазовий олімпійський чемпіон з важкої атлетики, видатний спортсмен сучасності, наш земляк Леонід Жаботинський.